Ну что, вы готовы? Да, давайте поддержим ребят. Размяли свои пальцы. Окей. Сразу скажу, я буду диктовать на украинском. Так что быстро переключайте раскладочки. На украинский. Украинский язык. Так, ну давай, давай же. Ну что, что, давай. Две минуты прям. Не, уже нет у нас двух минут. Окей, хорошо. Ви готові? Записуємо. Спираючись на ДНК-лактику, дану органіку та фітосоматику, ми констатуємо, що еволюція генуальних та гідромоторних вестибуляторів гравітальної активності є перманентною. Погано чутно. Окей, кто-то, я прочитал, кто-то из вас записал? Окей, хорошо, можете отойти подальше, если тут плохо слышно, я еще раз прочитаю. А никто не услышит? Вот так вот слышно? Ну это, представь себе, без микрофона, только с микрофоном, то же самое. Окей, я еще раз читаю. Спираючись на ДНК-лактику та фітосоматику, ми констатуємо, що еволюція генуальних та гідромоторних вестибуляторів гравітальної активності є перманентною. Окей. Есть один. Так, дописывайте, дописывайте. Есть второй, третий человек. Отлично, дописывайте. У всех есть возможность что-то получить. Так, давай, нам нужно сейчас... Давай, я проверю. Спираючись на АДНК-лаптику та фітосоматику, ми констатуємо, що еволюція ритуальних та гідромоторних вестибуляторів, вестибулятор, гра вітальної активності є перманентною. Отлично. Ну, почти без ошибок. Так, давай твою прочитаємо. Це вторая, так. Спираючись на фітосоматику, ми констатуємо, що еволюція генуальних та гідромоторних вестибуляторів є перманентною. Ну, почти, почти. Це було дуже близько. Спираючись на ДНК-лактику та фітосоматику, ми констатуємо, що еволюція генуальних та гіпомоторних акумуляторів генутальної активності є перманентною. Окей, ну это было близко. Так, кто у нас был четвертым? Так, у тебя здесь заблокировался телефон, давай пока разблокируй. Спираючись на ДНК-колективи, дану органіку та фітосоматику, ми констатуємо, що еволюція генуальних та гідромоторних стежкою ліві. Активності є перманентною. Так, і хто Олег? Так. Збираючись на ДНК-лактику та фітосоматику, ми констатуємо, що еволюція генуальних та гідромоторних вестибуляторів лопну органік. Ми констатуємо, що еволюція левітальної активності є перманентною. Окей, ну що, я ще кого не перевірив? Вас так много, я... О! Ти доктор? Ні. Я думаю, некоторі можуть... Ой, прости, он в чехле, все равно, нічого страшного. Окей, друзі, хто бачить це? Окей, если у меня будут проблемы, я приду к тебе лечиться, неважно, что ты не доктор. Окей, спираючись на ДНК-лактику та фітосоматику, ми констатуємо, що еволюція фетуальних та гідромоторних вестибуляторів генітальних активності є перманентною. Так.
спираючись на деяку лактику та фітосоматику, ми констатуємо, що еволюція геніальних та вестибуляторів активності є перманентною. Ну, почти. Олег, що ти думаєш? Хто із... Ну, этот парень був дуже близок, і він був перший. Но йому було проще всіх. Правильно, совершенно верно. У нас не было условий, я сказал, гаджеты берем. Поэтому я сейчас должен уточнить, что ты сегодня получаешь за то, что ты занял первое место. И сегодня ты получаешь смартфон Prestigio. Вау! За то, что быстро работал клавой, теперь тебе не стоит все время на ноутбуке печатать. У тебя есть... Так, повернись давай к фотографам. Другие месяцы, да. Так, ну, хорошо, скажи, у тебя телефон такой? Ага, можно, да? Можно Note 4 подарить? Слушай, ну наконец-то мы нашли тот, кто хочет себе Note 4. У тебя есть возможность? Окей, хорошо. Олег, как думаешь, кто второе место занял? Ну как-то так. Ладно, хорошо, я тебе дарю сегодня набор клавиатура и мышка. Рапу, ты сможешь научиться быстрее печатать, и не только на телефоне. Окей, самое смешное. Хорошо, давай подарим самое смешное. Что у нас сегодня здесь? Кто там слово «генитальных» написал? У тебя было. У тебя тоже такое было. Окей, ты сегодня получаешь чашку от Seagate за это слово. Можно тебе за маленький экран, я не знаю. Что тебе? Я даже не знаю, в каком конкурсе ты победил. Ну на тебе тоже чашку. Ну давай клавиатуру обратно. Ну все, держи чашку. Окей. Слушай, Олег, я думаю, ты знаешь, все достойны сегодня чашку получить.